Приветствую вас, уважаемые любители рыбалки, рыболовной ловли. В данном выпуске хотел бы рассказать про то, как приготовить кильку. Не просто кильку, а кильку из уклейки. Вот на последней рыбалке была поймана уклейка в количестве там 2 килограмм. 2 с копейками я ее домой принес. Вот, для этого нам необходимо понадобится емкость непосредственно, в которой будете вымачивать, замачивать. Ну, я использовал кастрюльку 3-литровую. Далее понадобится соль крупного помола, где-то в районе 100 грамм, вот, на 3 литра объемом. У меня получается, соответственно, где-то у меня на 2 килограмма уклейки это ушло 100-120, ну, 150 грамм соли, вот, крупной. Далее нам понадобятся специи. Кто-то использует лавровый лист, кто-то еще что-то. Я использую кориандр. Вот я убрал. Кориандр, я пересыпал кориандр, ну это уже вкусовые качества, кто как. Я добавлял кориандр. Берете, наливайте воду в кастрюльку, это где-то 2 трети от общего объема. Вот. Далее промываете рыбку, то есть чистить ее не обязательно, голову отрезать не обязательно, то есть достаточно промыть ее от всего того, что вы с водоема принесли. До грязи промываете ее хорошенько, вот. Далее в емкости растворяете этот соль, 150 грамм соли, воду наливаете чуть-чуть теплую, то есть для того, чтобы соль быстрее растворилась. Соль растворяется, и, соответственно, туда уже добавляете рыбу. Далее засыпаете специи по вкусу, какие вы больше предпочитаете, кто-то ловушку, кто-то кориандр, повторюсь, вот. И убираете в холодильник. В холодильник убираете где-то, ну, вот это у меня вымачивалось где-то в районе 3 суток. Ну, она уже готова. Можно кушать ее. Вот, там сутки она у вас постоит. И можно уже, в принципе, попробовать. И там уже догонять солью или наоборот убрать соль, там промыть. Вот. Далее вот, вымачивается. Проверяем готовность. То есть рыбка стала довольно-таки твердой. Вот, засолилась. Кто делал саранку, таранку, в принципе, знает. Промываем рыбку, можно попробовать. Она, в принципе, готова к употреблению, не чистить ничего не надо. Вот тут у нас на выброс идет голова, соответственно. Вот. Ну, в принципе, все. Ничем не хуже покупной рыбки. Готово, очень-очень вкусно. Советую. Кто не знал этот рецепт, попробуйте обязательно. Вот. Если у вас рыба получилась сильно соленая, можно ее промыть под водой. Чего там страшного не будет хранить. Лучше, конечно, в растворе, чтобы она не обветривалась, не залеживалась. Вот. Хранить так же, как обычно, кильку покупную вы делаете. Покупаете, храните в холодильнике. То есть убрали, она стоит. Ну, в принципе, все. Весь раствор, весь рецепт очень прост. Вот. Все, всем удачи, всем до свидания. Удачных рыбалок, ни хвоста, ни чешуи, увидимся.